Добрый день. Сегодня дождливая погода, уже несколько дней дождь. Прохладно на улице. Ну вот, цветут, радуют глаз мои ирисы. Зацвели желтые. Я специально желтые выбрала ирисы. Вот, мне нравится такой цвет. Яркий, солнечный, такой радующий глаз. Вот ирисы. Вот эти вот маки, хотела я показать вам. Это дикорастущие маки, они вот у меня везде. Во дворе, в огороде, везде. Ну, они, не знаю, семена прилетели с ветром или что. Вот здесь вот эти маки везде растут во дворах. Ну, как бы семенами рассеиваются. Когда мы переехали вот в этот поселок, там на окраине поселка я поле видела. Это было вот года 3 тому назад. Оно полностью было красное. У меня даже были фотографии, снимки. Потом удалились они, я не помню как. Ну, в общем, нету этих фотографий. Я бы скинула, бы показала. Красное поле, очень красиво. Это весной, мая они цветут в основном, вот эти маки. Вот. Недавно я слышала, вернее, читала, что это маки, они эмигрируют. Они никогда в одном месте не растут. Вот на поле, например. В этом году они здесь, следующий год они еще дальше продвигаются. У них идет постоянная миграция такая, переселение. Вот, есть фотографии в Инстаграме, я видела, что можно фотосессию сделать, это прямо ближе к горам, там такие целые поля красные, маковые, очень красиво, очень красивый пейзаж на фоне гор, вот эти красные маки, поле красное, прям очень красиво, я бы, конечно, хотела бы поехать сделать снимки, но не получается. Вот пока. Так что вот это эмигрирующие маки у нас такие растут. У меня новая проблема в саду. Два дерева у меня персика. Обои вот я заметила, не замечала. Сейчас я заметила, что у меня появилась курчавость листьев. Это вот такое грибковое заболевание. У персика бывает, оказывается, весной. Особенно в дождливые, вот после дождей холодных. Вот такая вот появляется болезнь грибковая. Курчавость листьев. Листья как-то закручиваются, сжимаются и опадают. Плоды, соответственно, тоже, ну, сколько там плодов у меня после заморозков. Немного завязались плоды, я видела. Но вот в связи с этим грибком, скорее всего, они тоже опадут. В общем, новая проблема. Теперь нужно лечить персик. Вот эти листья, видите, какие? Ужас. Какая грибковая, какое заболевание. Посмотрите. Вот, что сделала с листьями. Вот эта болезнь грибковая. Все листья скрутились, причем очень молодые, вот зелененькие, молоденькие листики, все скрутились, сжались. Я думала, насекомые сначала какие-то завелись, но в интернете прочитала, это курчавость персика, это частое весеннее заболевание. Вот видите, что стало с деревом. Еще красные какие-то, красные каемки по краю листьев образовываются. Вот эти листья все опадут. И вот эти плоды. Вот этот лист, видите? Он вот такой должен лист быть. Это здоровый лист. Листики здоровые. Вот эти плоды все опадут, скорее всего. В общем, новая проблема. Сад нелегко выращивать. Сад, оказывается, это трудоемкая очень работа.
Вот, постоянно нужно следить, контролировать не только насекомых, но и различные грибковые заболевания нападают на эти деревья. Вот. Нужно читать много литературы, вот, набираться опыта. Вот я теперь думаю, что нужно будет, наверное... Вот видите, ужас, что верхние вообще ветки все уже испорчены этим грибком совершенно. Уже в негодность пришли листья. Вот я думаю, нужно будет теперь... Возможно, дожди пройдут, потеплеет, потепление пойдет, и я буду обрабатывать, наверное, антибиотиками. Потому что медный купорос уже нельзя использовать, когда уже... цветут или там персики уже завязались. Вот, смотрите, зато вот у меня посадила семечки, вылез один персик из семечка. Вот это я тоже увидела недавно только, заметила в траве.